Их служба опасна и трудна, ведь борьба с преступностью – это всегда риск, о котором знает каждый сотрудник органов внутренних дел. В Щелковской детской художественной школе состоялось награждение победителей ежегодного муниципального конкурса рисунков «На страже правопорядка». Всего в творческом соревновании могли попробовать свои силы конкурсанты трех возрастных категорий. В своих работах они должны были изобразить, как именно представляют себе работу полицейских в наши дни. Мероприятие организовано по инициативе Совета ветеранов Межмуниципального управления МВД России «Щелковская», а также приурочено ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 8 ноября. Это тоже очень важно и для нас, и для детей, потому что память о наших ребятах, которые погибли при исполнении служебного долга, они, собственно, выполнили свой служебный долг самой дорогой ценой, ценой собственной жизни. Понимаете, это очень важно ребятам знать, за что они погибли, как они погибли и так далее. И я считаю, что было бы правильно как можно чаще о них вспоминать, и эту память надо сохранять, передавать из поколения в поколение. Наши дети должны понимать, что труд полицейского очень опасен, труден, но и нужен всему нашему обществу. Я, проработав более 30 лет в органах внутренних дел, смотрю и вспоминаю, чем я занимался, когда работал. И это вдвойне приятно. В этом году в конкурсе «На страже правопорядка» приняли участие 53 человека. Из них в каждой возрастной группе были выбраны те, кто лучше всего, по мнению судей, справился с поставленной задачей. Так, например, Никита Шалатонов, который занял первое место, рассказал, что считает работу полицейских действительно очень важной и нужной. А вот Кристину Лихолетову, занявшую почетное второе место, вдохновил на создание рисунка папа, являющийся подполковником Федеральной службы исполнения наказания и не понаслышке знающий все тонкости профессии. Пришел папа с работы и сказал мне, что медали он нам показал, и мы нарисовали медали его. Я рисовала полицейского и девочку. Профессия полицейского очень важна, потому что если вот какие-нибудь ограбления произойдут, сразу они приедут и все сделают. По словам организаторов, конкурс рисунков «На страже правопорядка» очень важен для подрастающего поколения, ведь он помогает обратить их внимание на такую сложную, порой опасную и очень важную профессию, как сотрудник органов внутренних дел, воспитывает в ребятах чувство патриотизма. Мария Бужинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.